Здраво svima. I srećan badnji dan i srećno badnje veče. So, Merry Christmas Eve. So, since it is a Christmas Eve according to the Julian calendar, so for us Orthodox people, I decided to read for you some Russian poetry. Maybe it's not like the most romantic or something like this, but it doesn't matter. So I'm going to read this book from the Russian writer Mikhail Lermontov. So the title is this: Песня про царя Ивана Васильевича Молодого опричника и удалого купца Калашникова. Ох ты, кой есть царь Иван Васильевич, про тебя нашу песню сложила мы, про твоего любимого опричника, да, про смелого купца, про Калашникова. Мы сложили ее на старинный лад. Мы певали ее под гуслярный звон и причитывали да предсказывали. Православный народ его чешился, а боярин Матвей Ромодовновский нам чарку поднес меду пьянного, а боярная его белорицая поднесла нам на блюде серебряном полотенце новое щелком шитое, угощали нас 3 дни, 3 ночи. И все слушали, не наслушались. Не сияет на небе солнце красное, не любуются им тучки синие, то за трапезой сидит в золотом венце, сидит грозный царь Иван Васильевич. Позади его стоят стольники, супротив его все бояре до князя, по бокам его все опричники, и пирует царь во славу Божию, в удовольствие свое и веселье. Улыбайся, царь повел тогда, вина сладкого заморского нацедить в свой золоченый ковш и поднес его опримчникам, и все пили, царя славили. Лишь один из них, из опричников, удалой боец, буйный молодец, в золотом ковше не мочил усов, отпустил он в землю очи темные, отпустил головушку на широкую грудь, а в груди его была дума крепкая. Вот нахмурил царь брови черные и навел на него очи зоркие. Так. Привет. Hello. Ола. Окей. Вот нахмурил царь брови черные и навел на него очи зоркие, словно ястреб взглянул с высоты небес на молодого голубя сизокрылого. Да не поднял глаз молодой боец. Мерхаба.
Вот об землю царь стукнул палкую, и дубов пол на пол четвертый. Он железным пробыл оконечником, да не вздрогнул и тут молодой боец. Вот промолвил царь слово грозное. И очнулся тогда добрый молодец. Гей ты, верный наш слуга, Кириевич, аль ты думу затаил нечистую? Здраво на то. Да, срочен ты бадний дан и срочно бадний вечер на то. Али славы нашей завидуешь, али служба тебе честная прискучила. Когда всходит месяц, звезды радуются, что светлым гулять по небесью, а которая в тучку прячется. Та стремглав на землю падает. Неприличную же тебе, Кирибеевич, царскую радостью гнушатися, а из роду ты ведь с курятовых, и семью ты вскормлен малютиной. Okay, that was like a little bit challenging to read. Merhaba Tarik. Herkese merhaba. Okay. Yes, it was a little bit challenging to read. Probably I didn't choose the appropriate poetry according to the day, because today is Christmas Eve in Serbia. To be honest, this poetry is very long and I'm not in the mood for like holding this book all the time and yeah, keep reading. So I just wanted to say hi and zdravo, zdravo, Tarik, kako si? So yes, I just wanted to say hi. I just wanted to try to read some piece of poetry. Maybe I chose the most difficult ones. So to wish you happy new year and happy holidays. Dobro, 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 Tariče, znam, to jest pretpostavila sam. Ja sam iz Srbije. Drago mi je. Da, ako želiš, mi možemo ovdje da pričamo na srpskom sada. To nije problem. Dobro, u svakom slučaju ja sad idem. I hvala puno što si bio ovdje. I nadam se da se vidimo uskoro. So thank you guys for watching me and hope to see you soon. Take care. Bye.